ABC Show и Телемикс представляют закрытый показ запрещенной рекламы. Избранные ролики со всей планеты. «Игра престолов» по-уссурийски. В преддверии выхода 8-го сезона сериала Телемикс решил подогреть интерес публики и провести ночь мировой рекламы в стиле средневековья. Пока все гадают и делают ставки, кто же займет престол, наша компания предлагает провести один вечер, максимально приближенный к миру сериала. Будет много фотозон, будет дракон. Будет тронный зал, будут настоящие мечи, будут настоящие рыцари, будут дикари в шкурах, будут дамы в платьях, то есть все, что вот как раз-таки связано со стилем средневековья. До ночи рекламы еще практически месяц. Самое время озадачиться костюмом. Что же характерно для средневековья? Во-первых, никаких ярких и кричащих оттенков. Наряд приглушенных тонов должен максимально скрывать тело. Подол, горловина и рукава украшали вышивкой, кисточками, кружевом и мехом. Во-вторых, образ подразумевает простоту в прическе и макияже. Одевать больше кожи, больше базовых тонов, то есть бежевый, серый, даже не бежевый, серый, черный, даже не белый, вот именно темные тона, небрежные, то есть не надо делать там, ходить к стилисту, делать обязательно себе супер-пупер прическу, вообще не нужно, просто причесаться, сделать что-то такое небрежное и ничего лишнего. Кстати, за самый лучший и приближенный к образам персонажей фильма костюм ожидается и особый подарок. Раскрывать всех секретов не будем, ведь ночь мировой рекламы всегда несет в себе интригу. Скажем только, что в призовом фонде путевка в один из крупнейших городов Китая, кресло-трон, косметика и многое другое. В меню вечера, конечно же, много мяса, юмора и позитивных эмоций. То всегда задают какую-то тематику, есть возможность лишний раз облачиться в какие-то необычные наряды, то есть есть куда уместно будет в них сходить, поэтому, конечно же, «Игры престолов», я думаю, пропустить будет просто грех. Лучшие ролики мировой рекламы уже отобраны, меню расписано. Осталось приготовить костюм и добро пожаловать на борт. Облачение в одежду средневековья не обязательно, но приветствуется. Билеты на закрытый показ мировой рекламы уже в продаже. Торопитесь, на Плеханова, 85В. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс.